деревня, да, до которой дошла вода. Да? До которой, акузатив, да, к которой или к которой подошла вода, да, можно так сказать. Прошу обратить ваше внимание, вот еще раз, да, давайте вместе уже, ну, чем дальше, тем больше, будем пытаться анализировать Багуврихи, ну, насколько, вот если простые какие-то случаи, да, не очень сложные, потому что бывают такие неочевидные случаи, но вот простые случаи, более, скажем так, простые наглядные случаи, пытаться анализировать, как бы вот беря за основу стратегию традиционного толкователя санскритских текстов, традиционного комментатора. И всегда, если мы переводим обычно справа, да, вот у нас есть праптодок Баха, Грабаха. Ну, мы видим, что это Грабаха, мы поняли, что это Багуврихи, и праптодок. Да? И начать следует так, как написано. Да? Вот праптодокам, а не ейшам, и не ясе, и не ейна. Да? И когда с этого ейна не следует начинать? Вот комментатор, он берет просто кусок слова, он слева его берет, делит, да, праптом, удакам, ну и дальше надо, конечно, ну, либо знать, либо вот сообразить, либо попробовать разные варианты. Да? Правда удака, да, ям. И вот мы переводим и говорим, это та деревня, к которой, так которой, деревня, к которой, так которой, та деревня, к которой, ям. Удакам, вода. Подошло. Видите, мы переводим ровно вот с противоположной стороны. Мы переводим справа налево, а комментатор делает самаса виграха слева направо. И здесь, конечно, это требует некоторой перестройки, я бы сказал, фундаментальной перестройки мышления. Но в этом начало вот уже думания на санскрите. Учитесь понемножечку. А ну, кроме шанай, медленно так вот постепенно думать на санскрите. Да, это не раз думание взяло, и оно появилось из ниоткуда. Вот, в частности, для думания на санскрите очень полезно вот это производить, это вигра. Да? Анализ расчленения. Да, звучит, может быть, немножко слишком брутально по-русски, может быть, разъединение какое-то. А то уж очень патологоанатомически звучит. Да, значит, третьяртха, да, там, где это тот тип, вот, где вот этот вот союз связка, я его назвал, союз связка яд, да, основа яд, ну, оно идет третий яд, да, в третьем падеже, в инструментарисе. Урхага, ратхага, ейна, асау, урха, ратхага, анадван, анадван, да, анадван, это бык, бык или вообще, или бык или вол. И вы анадван слова не найдете. Анадван вы найдете анадвах или анадух. Анадух. Анадух вы найдете в словаре. Да, снова анадух. Он вот так вот интересно у него. Он так вот изменяется. То есть анадван это реализуется, да, основа анадух. В именительном падеже, единственном числе. Вот анадван. Да, и он. Его эпитет Урхаратха, да, и вот комментатор, что он делает, он говорит, Урхага, Ратхага ейна, асау, Урхаратха анадван, то есть бык, вон тот бык, асау, да, адас, асау, да, вон тот ейна, которым, с помощью которого ратха, то есть телега или повозка, была Урхах, была тащима. Дословно. Я так вот записал, попробовал такой дословный сделать вперед, быть которым бывает тащима повозка, или совсем-совсем дословно, наверное, смешно немножко звучит, повозка тащим, повозка, повозку тащащий бык. То есть бык, тянущий повозку, бык, который тянет повозку. Некоторые можно имитировать вот, и попробовать перевести так дословно, но с некоторыми это очень тяжело. Например, следующее, это чатуртхага. Чатуртхартха, да, имеющий значение вот чатурти, о, там чатуртха, да, там чатурти артха, извините, прошу прощения, чатурти, там чатурти артха, вылетел блайд, да, чатурти, потерялся, прошу исправить, хотя бы письменно. Да, упах.
упахатага пашугу ясмай са упахата пашугу рудраха. Это рудра, который вот он зовется упахата пашугу. Да? Это не тот, которым были, который убил какую-то скотинку, да, пашу, а это упахатага пашугу ясмай са упахата пашугу рудра. Это рудра тот, для которого ясмай. Для которого, ради которого пашу, ну, некая скотинка, там, допустим, бык тоже, или корова, был убит у пахата. То есть, ну, рутро, которого принесли в жертву этого самого пашу, да, домашних животных. Панчами артах, вот, значит, со значением аблативом, утретага уданага ясяга са утрета уданага стхали. Да? Это кастрюля стхали, ну какой-нибудь горшок, да, и так можно понимать. И она называется утрета уданага. То есть та, из которой уданага утретага. Да? Утретага. И обратите внимание еще раз, да, на анализ, да, на пути анализа. Не я или яс-я начинаем. Мы начинаем прямо вот слева направо на санскрите. Утретага оданага яс-яга, да, са утрета оданага. Тхоктага можно добавить, тхали, да. Дословно, каша, вычерпываемая кастрюля. Кастрюля, из которой бывает вычерпываема или забираема каша. Кастрюля, из которой черпают или берут кашу. Ну, и дальше вот такой очень частый тип, да, шашти артага, да, со значением генитива, слово связка, да, оно в генитиве при анализе поставляется. Питам амбарам ясьясам, пита амбарам харихи. Это хари, Вишну, Вишну. Имеющий эпитет питамбара, желто-удежный, да, тот, у которого, одежда которого желтая. Да, питам амбарам. Ясе са питам бараха хари. Дальше, да, со значением саптами,